Большая? Какая грань? Смотри, в носу можно ковыряться. И вот такой вот... Ай, больно! Вот, и я хочу сделать высокий тортик, а так он получается низенький. Всем приветик. Всем привет. Вторая попытка поехать в торговый центр, чтобы найти вот этой вот девочки, у которой через 2 дня день рождения, подарки. Вот, поэтому... Он сейчас папа приехал с работы, он покушает, и мы поедем. А ты останешься дома. Ксюша, поеду опять с Ксюшей. Одна ехать не хочу. Ксюша, ты готова? Да. Сегодня приехали 2 посылки, которые я заказывала. Я так переживала, что они не дойдут. Вот одна посылочка Pull & Bear, другая Бершка. Здесь куртка, здесь обувь. Готово, готово. Все, поехали мы. И сегодня я еще буду печь 2 тортика. Должна успеть, потому что завтра придут девчонки. И чтобы я там на кухне им не мешала, они будут делать маршмеллоу с шоколадом. Вот, чтобы я не занимала печку, я лучше сегодня сделаю тортики. А завтра спокойно будут они с девчонками развлекаться. Будет у них пижамная вечеринка. Все, все, поехали, собираться давайте. Ксюша добралась до коллекции Билли Айлиш. А зачем сейчас полно? H&M тоже Билли Айлиш есть. Это какое это качество. Это. Ой, они тепленькие. Нет, не очень. Большая? Какая грань? Нормально? Ну-ка, повернись. Не, нормально. Мне не нравится, когда она сильно облегает голову. Недорого, 15. 15? Киньте франкос. Так, еще мы взяли курточку Максу. Максу куртофан взяли зимний вот такой. Как ты туда? Так написано 36-37. Это... 36. Вот, смотри, 40-41. Ксюша хочет подарить Маргарите такие. Так, все, поехали мы домой. Но эта шапка, ну, это другой материал. Ну да. Такая толстая. Да, она очень плотная. Очень толстая. Не купили мы тебе куртку. Ксюша капризная. Мерили мы курточки в H&M. Она хотела короткую, короткая ей маленькая оказалась. Черная, а там да, черная. Да, и в общем померили еще длинную, и одну длинную она не хочет. Останешься без куртки тогда. Угу. Не, я буду с моей старой ходить. Ну все равно. Мне понравилась очень черная куртка, не знаю, почему тебе не хочется. А тебя купили? О, супер. Говори. Нравится? Да, купили. А мне? А мне мама. Вот любые, я не знаю. Нет, надо ножничками. Как раз они тебе? Да. Да, хорошо. Бонни, смотри, кто там. А я думаю, что она будет бояться. Спасибо. Пожалуйста. Мама, а как ты будешь знать, Си, вам СССР торта. А, еще носочки взяла. Да, потому что это вот, это другой размер, а это мой. Это 37-39. А это вот 34-36. Это твои. Ну, а как ты будешь знать? Да, больше нам нужно поменьше. Ну, тогда придется их прикладывать друг к другу и смотреть. Ну, это же поменьше, видно же. Ну, да. Да, да. Это манюал. Они такие крутые, они такие мягкие. Смотри, на шпагат садится. Хуже. Такие вот. Смотри,
В носу можно ковыряться. Папа. Будем делать торт. Да, я вот масло вытащила, оно уже растаяло. Масло я буду... Один я делать буду медовый, медовик. И второй будет бисквитный. Нет, это не для тортика. Вот это для тортика, какао. Какао. Торт, 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 мне нужно найти это. Торт. Хватит. Вот он. Я буду делать крем. Мне нужно смыть. Так, первый торт будет, ой, первый крем будет шоколадный. Я нашла в ТикТоке одну девочку. Ее зовут Аня Девяткина. Видела такую? Нет. Она печет тортики. Вот. Может, кто-то знает ее? У нее хорошие рецепты. И вот я увидела у нее рецепт крема, и я хочу такой сделать. Я надеюсь, у меня получится. Если не получится, вот такой. Так, мне нужны шоколад. Сливки. Мне нужны сливки, шоколад. Где шоколад белый? Шоколад. В холодильнике. В холодильнике? Да. Да. Шоколад. Так, мне понадобятся сливки. Шоколад. Белый шоколад, 300 грамм. И вот такой вот... Ай, больно. Так, нам сначала нужно вскипятить сливки. Сколько грамм? Как только он становится суперкусный. Так, белый шоколад. Надо наоборот вот так вот его раскрошить. Нет, мне нужно ровно 300 грамм. Давай 150. Мама, мама, не, а мне не me gusta esa chocolate, me gusta black. Black, te gusta black. Так, 250 миллилитров. Ой, чуть мимо не налила. Так, выливаем сюда сливочки наши жирненькие. И что она еще говорит? 250 миллилитров сливок. 250 миллилитров сливок жирностью от 30%. И доводим их до кипения, но не кипятим. Выливаем горячие сливки. Угу. Так, потом нужно будет горячие сливки вылить вот сюда в шоколад. И потом? Мне нужен блендер. Нет. Так, все, этот, ну, он еще не готов, крем, ему нужно на 2 часа убрать. Здесь сливки и шоколад. Сейчас буду делать этот медовик, наверное, тортик и другой крем. А этот нужно на 2 часа убрать. Холодильник. Пока сейчас я буду делать коржики на медовик. Так, сколько там, 90 грамм? Так, нам нужно согреть мед и потом туда добавить... чайную ложку соды. Первый коржик пошел. Так, разогрела. Я прям вот размазываю, потому что тесто жиденькое. Ну, сколько хватит, я не знаю. Там они тоненькие должны быть. И нужно поставить на 6 минут, на 5-6 минут. Ты до сколько? На 5 минут поставлю, чтобы не сгорело. Но надо смотреть тоже. Такое вот тесто. Не знаю, сколько получится. Первый коржик готов. Такой получился. Нужно подождать, чтобы остыл, потом буду убирать. И следующий печется. Крем. Крем я буду делать... А где крем? Куда крем делся? Что-то не поняла. У меня же крем здесь был. А, вот он. Господи. Кто спрятал? Крем вот такой вот буду делать. Ванильный. Одной упаковочки хватит. Так, здесь мне понадобятся сливки, а нет, молоко холодное и 200 грамм масла. И вот тут порошок просто. Растворяется порошок в молоке, взбивается с маслом и все, и готово. Помощница здесь.
мешает тесто. Я завела второй раз, потому что получилось мало коржей. Вот, и я хочу сделать высокий тортик, а так он получается низенький. Поэтому пришлось еще одну партию теста, да? Все, ребят, закончила я печь. Вот сколько у меня коржиков получилось. И это последний на посыпочку. Вот, крем тоже закончила делать. Крем получился густой. Ванильный, с ванильным вкусом. Буду собирать тортик. Все готово. Крем готов, надеюсь, хватит. Убираем в холодильник, чтобы он пропитался хорошенько. Украшать буду уже в воскресенье. Так, все, теперь здесь все надо мыть, убирать. Самое мое нелюбимое. Ну, Ксюнечка лежит, телевизор смотрит. Хитрая такая, повернулась себе, у нее тут телевизор свой в комнате. Лежит, смотрит, деловая. Что за фильм? Гринч. А, Гринч. Понятно. Ну, смотри, смотри. Ты что, спать будешь? Где Бончик? Не знаю. Все, все спят уже, а я пойду видео монтировать. А мне нужно еще видео смонтировать. На канал сестричек. Челлендж. Девчонки снимали. Мы снимали недавно челлендж. Вот, нужно его смонтировать. 12 часов ночи. Я сделала только один торт. Завтра буду делать второй. Решила все за сегодня сделать, а второй тортик буду завтра делать. Уже все, не успею, уже сил нет, устала. Ноги болят, гудят. Так что на сегодня хватит.